Я начал, короче. Раз у тебя уже Москва, сейчас, блядь. Рекламу смотреть надо. Ну вот и смотри, и вот понятно из-за чего он, блядь. У него он раньше, наверное, начинает, потому что ему надо рекламу, блядь, смотреть. В общем, всем хеллоу, начинаем, продолжаем наш стрим по кошакам, которых не любит Титан. У него, походу, херово детство было, его кошаки ебашили. Да, мне кошак насрал под кровать. Я думаю, не только под кровать, а на кровать. И на подушку поставил. А Гровер насрал в душу. Точнее, я наконец открыл твою страшную тайну. Так, что там, 5-й, 10-й? 10-й. Где моя команда? В общем, кстати... Делай, кстати, Звездный войн. Ой, чё? Хороший. Да ладно. Особенно меня порадовало то, что в отличие от основных частей, где ты такой знаешь, а там, блин, всегда эти штурмовики никому не попадают, всегда все живые. В этом фильме не стеснялись, в расход пускали всех. И это меня очень порадовало. То есть все дохли как мухи? Ну да, там никого, ну там не жалели. Если реально чувак попал в говёную ситуацию, то скорее всего эта говёная ситуация для него закончится плохо. Ну и там есть Дарт Вейдер, пусть и немного, но зато уже достаточно, чтобы порадовать. Ай, блядь, я так красиво. Ну и Лею там чуть показать. Фан-сервис. Клюшу. Там ее немножко. Эту страшную старую суку. Да. Ты же уже должен был главное, на изгоя сходить. Сегодня. Не, вчера. Да блять, сука. Это было уёбло. Да блять, я как всегда проебался. Ну и чё сейчас скажешь, херовый может ещё? Чё ты не попытался в полете забрать те, которые не забрал? Чё-то напрягает меня. Может! Я в принципе не разочарован. Пусть там это не 10 из 10, но, блин, это нормально. В общем, он хотел сказать тоже, что свои бабки потратил не зря, вот и все. Да. Блин, вот не могу вспомнить, в каком фильме та актриса, да, которая в этом Star Wars, вот мне ее ебальник такой знакомый, я не мог никак вспомнить. Какой ты имеешь в виду? Ну, в изгое. Да сука! Ты меня с этим фильмом заебал, я из-за тебя отвлекаюсь. Ну, естественно. Ты думал как-то по-другому? Вон. Бля, где мы играл? Да ебать. Давай попробуем. Бля, мне чат вылетел. Ага. Капитан Клык. Я правда помню, что тут у нас. Да уж, будет непросто. Человек и пауки она была. Инферно я еще не посмотрел. Это имеется в виду Человек-паук-то какой? Ну, который 2000 год, там, 14-го года. Ну новый ты имеешь в виду? Ну да. Ну, в общем, я хоть как-то взял жизнь,
Ну, всю секретку я, правда, не раскрыл. Кем она там была, блин? Что-то я хуёл. Капитан Клык. Короче, я где-то. В общем, он хуйню страдает, не факт. Ну да, ну блин, надо же о чем-то болтать. Да, именно о звездах воинов. Ну вот чё произошло. Что произошло за последнее время, ты говорю. Расскажи ты чё. Ой, да, купил ты ту игру. А? Да это Януар. И чё дальше, интересно? Закажи возврат денег. Если ещё не наиграл. Интересно, он вернется или нет? Это будет хуёво, честно. Я травницу тоже заказал возврат денег. Вернул деньги и купил тот бандл за доллары 70. А чё? Ну я купил игру, короче, она 2 доллара 79 центов стоила. Потом мне Нуар показал, что она есть в бандле. То есть там до кучи еще несколько игр. Весь бандл стоит на доллар дешевле. Я заказал возврат. И купил бандл. Я нихуя не понял. Забей. Ну ты что хочешь сказать, что... Нет, Нар, хочешь сказать, что Изгой хуже, чем 7-й эпизод? Я только сделал! Там ёбаный клык. Капитан Клык. Сухопутная крыса. Сейчас не время. Бля. Это опасно, это прыжки. ХП вообще нихуя не осталось. Таким макаром. Че-то в этом уровне дохнуть начал. Капитан. Блядь. Глядишь, еще и там тысяча. Сука! Я сдох. Я уже. Сбился счет сколько раз, Ну ты с 9 жизнями, по идее, начинал. Ну да, уже. Так я уже. Ну ты подобрал, ну зарабатывал. Да. До раза 4, наверное. Взял 2. Вот наглец. Короче, типа, есть видос. Я нашел где-то чувак, типа. Прошел, ну, на все 100%. То есть таки можно. Да, но там, блядь, ну я вообще пиздец. Там, короче, чё беда. То есть там, ну, пройти-то, пожалуйста, но вся твоя эта вот радость от того, что ты собрал там все это дерьмо. Там и то бывает не всегда это повезет нормально собрать дерьмо. То есть, в связи с тем, что, ну, просто... Капитан... Все рассыпается по сторонам. Да, есть такое. Электрический меч. О, ну, короче, с там... этого ничего нет, да? С этого получаешь только жизнь. А, еще типа в конце уровня еще доп жизнь дают? Да, типа... Perfect всегда. Ну да, концовка явно. Вообще такой тупо
полчаса экшена с драмой. Даже больше. Очередной портальчик. Сколько у тебя там очков-то не видно? Сколько миллиардов? Миллиарда даже нету. Да хватит уже тренировок! Ай, блядь, ну все пизда. Все пизда, я сдох. Блядь, еще одну жизнь получился, но я просрал. Вот так! А, мне же еще Дримсонг игру сбросил в стиме себе по стриме. Только я не знаю, ну по идее какое-то говнецо, наверное. Разве мне могут нормальную игру скинуть? Да, чуть немножко напомнило Маугли в 8 уровень. Да, там такое было, прыгать по платформам, которые падают. Что-то есть. Да и вообще игры тут эти лианы напоминают Маугли. Я приближаюсь к выходу. Знать бы где он. Бавер сегодня молчалив. Так, а ты со мной разве базаришь? Так. Я со всеми... Ты вон с Нойра там обсуждаете всяких Звездных войн, блядь. Почему бы и нет? Ну так а чё я тогда, ты хочешь меня услышать? Так вот, вот сейчас уже не обсуждаем. Ну я и поэтому и не возвращаюсь в тему. Короче, вот босс, который немножко неадекватный и, блядь, ебически тролльский. Я говорил, что этот босс самый сложный после последнего. Давай, летает. Сейчас он тебя насрет на босс. Короче, чтоб начать ебашить босса, нужно сейчас по попугаю три раза попасть. Он летит типа в меня. Вот типа у меня въебывается. Блять, отставание что-то даже на киллере такое. Ну и чё ты его не атакуешь? Блять. Потому что пизды ставит. И он и выстрел, кстати, отнимает сразу по двадцатке. Блять. Капитан Хоук. Да ебать. Блин, я не хочу страницу обновлять. Сейчас опять рекламу смотреть. Пусть будет задержка. Кто-то бывает так затроллится. Сколько раз по нему надо попасть? Да блять, ну пиздец. Пизда, вот считай было 60, теперь 40. Пизда, уж попал ебаный выстрел. Ебать. Блять. Заебись. Ну, короче, последний раз остался, но... Мне один выстрел и до свидания. Или два удара. Смотрел Turtle Power 3? Ты меня спрашиваешь? Да. Довольно-таки лузово вышло, вообще хороший выпуск. И внезапно. Дед Мороз там даже есть. Из киномании. Я ничего не смотрю, может, я вообще не смотрю.
Ладно, смотрим мультики. Скажите мне, где камни, и я сохраню вам жизнь. Капитан. Капитан Клык. Мистер Таби? Да, сэр. Капитан Клык, глазам своим не верю. Мы думали, вы погибли. Планы слегка изменились. Ну-с, где камни? Мы отдали 2 камня Алому Хвосту. Еще 1 мы спрятали, потому что Хвост думал, что у нас только 2. И где он сейчас? На Тигрином острове. Тигриный остров? Я думал, это просто легенда. Я тоже. Но он, похоже, действительно существует. И туда плывет Алый Хвост. Мы подслушали беседу стражей. Хвосту не терпится заполучить амулет как можно скорее. Думаю, он еще не знает, что 6 камней у нас. Где вы достали эти камни? Убежав от испанцев, мы скрылись в одном прибрежном городе. Там у торговца мы купили камни, часть карты и слиток. По карте видно, что неподалеку отсюда есть подводная пещера, ведущая к Тигриному острову. Слиток тоже указывает дорогу к некой пещере. Должно быть, это одно и то же место. Торговец не говорил, откуда у него камни и свиток? Он сказал, что получил их от человека по имени Тобин. Да, точно, Эдвард Тобин. Откуда вы знаете? Догадался. Далеко ли отсюда эта пещера? Если она существует, то 2 мили к северу от бухты. Таби, Кристоф и остальные, ждите меня в ближайшей таверне. Сэр, разве мы не идем с вами? Нет, я пойду один. Оставайтесь с ребятами. Кроме того, нам понадобится корабль. Это любительская озвучка от Гровера, как всегда. Бля, осталось-то 4 уровня и 3 камня. Ух ты, никогда такого не видел. Да, так интересная такая получилась. Мы отдали 2, 1 спрятали, 1 оставили. То есть, 2 последних у финал босса и 1 сейчас еще у кого-то дебила. Ну так-то вообще 3 босса надо толпануть. Еще. Боссы пойдут чаще, чем как 2 уровня. Ну да. Привет. Русалочка пошла какая-то. Ну ты просил русалочку получить. Это русалы. Не важно. Русалочка, все, и точка на. В Кастельвании тоже были мерманы. Значит, по-другому у нас русалка. Рейдер рубит. Да пизда, у меня всего 20 жизней. Ёбаной, такую тему просал. Это еще что? Я, кажется, покинул мир жив. Кажется, вас не покидал мир жив. Вот сейчас будет очень жопная тема. Этот уровень, ну, достаточно сложный. Тут просто пизда. Что происходит? Кстати, вот я не помню, говорил я на прошлом. Сука, блядь. Ну, мне качество вот этих мультов нравится. Тебе же не нравятся кошачьи мультики. Просто, ну, нарисовано, как я не знаю. Вот реально как будто из мультика какого-то, ребята. Поэтому я и подозревал, что это по какому-то фильму. Не знаю. Это какой-то остров сокровищ происходит. Короче, тут. Ай! Навик не светлый! Ой-ой-ой! Тут такая жопка.
Да, блядь, сука. Это вообще пизда. Те, у кого нервишки не алё, лучше не играть. Таких игр с нервишками дохуя. Ну, у кого вообще хуйня? Некоторые игры, которые для кого-то нервишки не алё, для кого-то не казаться таким. Да сука! Король Лев. Да блять. Ох уже это акробат. Скажи, что акробатизм из меня никакой. Вспоминаю последние игранные мной игры, и там, блин, везде с акробатикой. Ну прям. Не знаю, что... о какой ловушке речь, сейчас не речь, не помню. Да, еще Рекс-Рок, блин. Я вот, кстати, сегодня тоже, вот, когда тебя не было, ну ты уже, может, и был, я упоминал Рекс-Рок. Надо тоже его поиграть. Кстати, травница довольно медитативная, что последние 2 часа на работе не было что делать. Я так залип. Не спешишь себе никуда, ты подержишь баночку, будешь травушку собираешь. Ну вот как стрим только начался, я говорил. Вот можно. Это странный Рекс-Рок. Но потом вспомнил, что мне еще Dreamson Insanity Blade подарил. Я не знаю. А чё это у тебя такое, ну, у меня просто звука нет? Это они поют из тебя, криви ты, чё? Ну, да. Какие-то сирены прям. Они прям... Ну, при этом они нихера не отнимают даже ни одной капушки. Да ебать. Да что? Это было опасно. Я повержу. Ладно, сгоем пополам. О, нет! Ледяной меч. Я взял ледяной меч. Только пиздуй, пирани. Хотя это не пирани, нихуя. Да я. Да во всех метроидваниях, мне кажется, акробатик. Да ладно. Ну в какой не возьми, в игре там всегда есть. Поначалу просто ходишь, потом там двойной прыжок, потом тройной прыжок, потом какие-то полеты там. Еще там порталы, ну, короче, не знаю. Прыги от стен, короче, чтоб ты куда-то мог добраться, куда раньше не мог добраться. Метроиди тоже есть. И неплохо там есть. Там есть прыжки такие уплюдочные на маленькие платформы. Замораживать врагов и с них прыгать. Прыжки с бомб своих же. Да-да-да, конечно. А в Супер Метроиде такие подавно, там еще разбег, отпрыги от стен, кошка. Есть там кровать. Хуя! Я честно даже не знал, что это хуя. Ну, знал, что она есть, но. Пиздец. Не, как это говорят. Не было печали, что-то там. Не, не так. Короче, горе помогло тебе. Падал в яму, нашел. Секрет. Да я сам охуй. Да, блядь. Ну, чё, вернулся я свои 9 жизней. И тут же не зря сделал 9 жизней. Ну если бы кто-то. Да блять! Больше...
тебя жизнь было штук 30. Да-да, хуй. Symphony of the Night нет акробатики? Ну да ладно. А чё там за акробатика? Опять же, прыжок, двойной прыжок, полеты. Да, а это раз за акробатика. С Рихтером так вообще ебанутся какие там прыжки. Да, это всё хуйня. Да блин, никто не говорит, что там жопу надо разрывать. Но для спидранов там, ребята, конечно... Страшно исполняют вещи. Блять, я забыл про эту блядь, хуйню. Ничего не акробать. Даже в батлкиде акробать. Видали, как я могу? Двойным прыжком и перышком должен изворачиваться, там особенно в сложных комнатах легко. Чё за невидимая платформа? Я сам не знаю. Блять, сука, вот этот момент очень жестокий, честно. Вообще пизда, какой жестокий момент. Нет акробатики там, где, не знаю. Просто один обычный прыжок. Вот-вот здесь, не знаю. Здесь обычный прыжок, нет никаких больше приспособлений, умений. Здесь ебический тайминг. Ну да, здесь просто все на тайминг. Прыжковый тайминг. Еще портал. Ах, и все, но я сдох. Лучше бы не ходил бы в него. Митя опять вот что... проходи. То, что ты Нуар написал, это сложная акробатика. Вот где она. Сложная. Да блять! Пиздец! Это тайминговые платформы. Ну да, там нет такого. В Symphony of the Night нету таких каких-то милипиздрических платформ. Каких-то таких уколов. Но то, что там до хрена способов перемещаться. Я же, опять же говорю, для спидрана можно выделываться очень жирно. Это факт. Посмотри там спидран Symphony of the Night за того же Рихтера, ты поймешь, что акробатика там есть. Похоже, это вкусно. Я так не ложу, я повержу. Говорю за... Не за просто прохождение, а за... Какой же я красивый. Да блядь! Игры. Это пизда! Ну как так-то, а? У меня не сработал низ. Ты знаешь мой говёный джойстик в этом плане. Ну, в Кастельваниях вообще, по-моему, никогда не было трудного платформинга. Скорее, на увороты от противников и повороты из героя. Да ебать, ну что такое-то, а? Я ж прыгнул, сука! Да пизда! Да нет, по сути. Ну, то есть там прыжок, двойной прыжок. Всё. Остальные там всякие поверапы дают. Да и другие вещи. Блять. Плавать. Не поверил ведь. Ладно, хоть как-то с горем пополам. Ну, затащено же. Да у меня жизнь не так, как у я, честно сказать. А еще жопы пиздец сколько.
А, не, ну есть... Супер Win The Game еще отпрыгать стен. Ну там сложно. Короче, кипстори. Не знаю. Короче, тут есть очень один жестокий момент. Вообще не прощать ничего. Ща посмотрим. Придется пробиваться с боем. То есть именно до первой сейвилки. Он, вот он находился его после первой сейвилки, а он находится именно купальника. Да, то есть, блин, я помню, играл тут на днях. И когда ты вздох, там жопа пригорела, да? Там, пиздец, я раз только... 15-го прошел. Вот ничего сложного. Вот какая-то хуйня происходит просто. Непонятно. Ну, на месте уже покажу. Пока тут вот такая вся наркота вроде бы. Да ебать. Ничего сложного, но... Хипстори я все-таки не считаю, что это метроидоподобная игра. Да, ну она во многом линейная. Не можешь там свободно бродить между локациями. Там, по сюжету тебя закинуло куда-то, ну у тебя есть там возможность немного пойти не по пути, ну так-то игра довольно линейная. Эй, красавчик. Метроидная игра — это когда ты, у тебя есть сразу вся карта, и ты просто не можешь туда-то попасть только из-за того, что у тебя нет способности. Да схуяли у тебя вся карта. Не, ну вот в Кастельвании у тебя сразу же, ну как? Ну как, ты ее сам уже открываешь. Не, ну я понял, ну я это имел в виду, что есть у тебя карта с самого начала, ну то есть какой-то там замок, ты там, не знаю, там, какая-то... Короче, какая-то площадь, ну, какая-то. Вот. И ты ходишь в любую сторону и исследуешь, но ты везде попасть не можешь, только, ну, потому что у тебя нет сначала какого-то там двойного прыжка, там, еще каких-то там ключей и тому подобных вещей. А в Cave Story... У тебя есть, да, там несколько локаций, между которыми ты можешь ходить, там, город какой-то, там, еще там, какая-то пещера, ну, в сути, тебе надо все равно идти вперед. А там ты возвращаешься в ту же самую там город только после... Ну, все дрифтеры, ну, как раз вот метроидоподобные. Там точно так и дело. Как я говорил, точно тут система метроид. Получаешь приключения между планами, можешь пройти дальше. Получаешь там двойной прыжок, можешь идти дальше. Полет идешь дальше и так далее. Возвращаешься плавать, возвращаешься в разные планеты туда-сюда. То есть там в Кастельваниях, которые на DS, там тоже уже не одна карта, как в Symphony of the Night, там вот по 5, по 6, там, по 7 разных типа локаций. Это города, пещеры, замки, замок Дракулы там в конце. Грубо говоря, сразу там. Много под уровней. Больших. Battle Kid тот же самый, тоже метроидоподобная игра. Тоже по такому же принципу сделан. Здорово. Да нет, я проходил Mario Sorrow или как там называется. Довольно-таки нормально. Или да, он уже, ну, короче, не помню. Там, как, в каком порядке. Короче, я обе проходил эти... Блять, хуй угадаешь, называется. Про Сому Круза обе части. А ну рыбкой показывает, где надо стоять. Видел на стене рыбки нарисованы?
И в рот их ему. Сухопутная крыса! Надо пор 2D. Про котов. Как ты котов то не любишь, а? Котофор. Это то. Я все думал, я котов не люблю, оказывается. Вот кто котов то все не любит, то. Ненавистник ты кошачий. Нормально. Эй, да сука! Она приятно проходит, есть потенциал для задротов. Ай, блядь! На 100%. Ёбана! Тут просто пизда, что происходит. Похоже, это вкусно. А вот он говённый момент. Короче, надо просто тупо прыгать по камушкам. Но эти ублюдки там вот эти херовины это, валятся сверху и бывает просто не понимаешь, что за хуйня происходит. И они тебя сдевают, и разумеется, ты падаешь и падаешь, разумеется, в пропасть. Я не знаю, каким макаром я это проходил, но я как-то это проходил. Чекпоинт спасибо поставили. Да, но уж лучше бы сохранялка бы его поставили. Ладно, погнали. Маугли пошел. Блять, да, даже без всяких проблем. А нытья сколько? Я не ну. А вот и сохранялка. Ой, тут чекпоинты на каждом шагу. Так если бы с сохранялкой были бы эти каждые чекпоинты, было бы вообще идеально. Да блин, 8 жизней. И чё? Типа это дохера хочешь сказать? Тут ну это почти все... максимум. Тут можно все это просикать за 2 секунды. Ну, кстати, босс у полный лох. Ну, я каждый раз забываю, как его мочить. Ну, вот я в прошлый раз его, короче, мочил, проходил. А в этот раз я опять забыл его, как мочить. Блять, в следующий раз будем через Steam базарить. Блять, все равно глотается. Заебал мне этот скайп. Ну, давай поменяю. Да не, играй, играй, там редко. Но все равно. Отражает. Чё, блядь, можно было сломать? Эй, красавчик. Какой же насчёт чё? Ну, насчет связи. Эй, красавчик. Я ничего не ломаю. А при чем тут ты? Мелкомякий. Я, кажется, покинул мир. Привет. Я, кажется, покинул мир. Ай. Да, фан. Привет. Привет. Два уровня, уже 40 минут играю. Красивые. Так на то и расчет. Дилетант. Концовка, марганцовка. Концовка, марганцовка, фига ты дал. Блин, ты говорил, в каждом уровне по 2 чекпоинта, тут их уже, наверное, штук 6 было. Так они чекпоинты-то есть, ты просто имеется в виду, когда дохнешь, ты начинаешь с него. А если ты уровень перезагрузишь, у тебя только будет 2 сейвилки, все. Понял? Да и понял. Блять. Монти куда пропал? Я не знаю, куда пропал. Монти так в армии понравилось, что он решил еще раз очко подставить по второму кругу. Я что-то сдох, непонятно почему я сдох. Не знаю, куда Монти попал. Тут что-то да, не он очень. Он тоже чувак нестабильный на самом деле. Какой же красивый. Какой же я красивый. Бей всех этих певиц, наверное. Привет. Ну как? Рай.
и которые попутчики. Какой же я красивый. Какой же... А, блядь, сука! Я живой! Я живой! Обоссался так недолго. О, радости-то. Привет. Какой же... Да, блядь! Ёбаные прыжки. Нет, ой. Еще это Лёха, сука. Да пропал Монти, вот. Я не знаю. Ответь ты на этот вопрос. Да я ебу, куда он пропал. Дрочит, наверное, КБ. Писюн тоже, наверное, зачесался, да, наверное. Монти бухает? Он умеет разбухать, стоп. Мне звонят. Да. Привет. Да. Привет. Какой же я красивый. Какой же я красивый. Привет. По поводу кастрюлей, откровенно плохие. По-моему, не было. Привет. Ну, кроме этих на Nintendo 64, они такие. Привет. На любителя. Чё у вас там на любителя? Привет. Ну, я говорю, вообще по поводу Кастельвани. Да блин! Совсем плохих частей не было вообще в серии, по-моему. Ну, кроме этих на Nintendo 64, которые такие своеобразные. Ну, переход в 3D. Привет. Не, на самом деле, они тоже не то, чтобы сказать, совсем отвратительные, я так смотрел. Адвенчур. Короче, босс. Вот он такой вот босс. С адским произношением. Даже не по-китайски. Гроверу дать перлону. Кого дать? Если Гроверу на голову одеть перлону, получится что-то похожее. Уяк туда. Хера, блядь. Я вообще что-то не понял, ты забросил динамит в дырку, и что сейчас будет? И там сверху эта херня упала на него. Ну, наворотили. Ой, перебор. Попал. Ты типа, чем дольше держишь, тем дальше кидает, или да. Так-то вроде не сложно. Да честно, вообще не сложно. Так-то типа его надо мочить еще вдобавок. Да блядь. А я просто стою, видишь, с краешку. Но он меня не задевает. Вот. 5 раз вот. Провернуть оттуда. Операцию. Короче, последние 3 босса именно... О, это уровни, это боссы. То есть сейчас будут только боссы подряд? Да. Херня уже осталась. А вот и камушек последний. Спрятали они, блядь, камушек. В животе этой твари. Ну да, это... Так тут дохера, честно, моментов. Типа, я вышел из темницы, взял карту. Каким-то махаем. Меня встречали у выхода. Да, чувак, возьми карту с тобой. Кусочек. Тигриный остров. Или бегал по городу. Ой, нашел кусок карты у кого-то. Да, или просто валялся на полу. А не, получается, он только что забрал какой-то кусочек по пути. Это он только добрался до Тигриного острова, алый на котором хвост. Должен быть камушек, который спрятали те коты. Да. Знаете, да в общем, не важно, где кого что спрятали. Вот, кстати, в этих моментах, когда вот типа появляется камень, в оригинале что-то там говорится. Ну, разумеется, не по-русски. У нас это все нахуй вырезано. Кстати, уже и опять не стыковочка-то вышла. То есть? Ну...
Получается, оставалось 3 камня. 2 камня забрал этот чип. Ну, третий они спрятали на Тигрином острове. Но ты сейчас только-только вот к нему подошел. А уже осталось 2 камня. Ну так, значит, я сейчас 2 камня туалов возьму. Да, ну вот, а вот тот, который они сказали, что спрятали на острове. Ебались. Тебя кто-то наебал. Либо игра, либо эти коты. И либо переводчики. Ну, переводчики. Да, блядь, сдохну. Уже 30 хп осталось, ай-яй-яй. Электрический меч. А чё это? Нравишься. Дает шарик. А, это магия. За пузырь. Это оружие русалочки. Запузыриваешься. Йоко-блоки. Заебали. Да что? Ого, похоже, это вкусно. А чё у тебя ритм какой-то? 30, рука какая-то, или 50? Вот, не, никогда пистолет, а вот. Когда ты мечом бьёшь, тебе 30 горит. Чё? Вот там, где у тебя сейчас револьвер горит, да? Но... Там была рука какая-то и было 30, что за рука? Это вот магия. И динамит. Ну, стрельни магию. Блять, ты... Блин, иди нахуй, а! Вот реально! Вот ты больше... Пиздец. Ты понимаешь, что-то обосраться, вот как мне хуй делать. Да сука, блять, надо ж так наебать было, а. Да уже все раз-то почти не осталось, всего ничего. Я уже даже боюсь представить, какая здесь концовка. Наверное. Там еще босса-то будешь полчаса мочить. Ой, длинной, а? Нет, он просто сам по себе долгий. Жирный? Нет, он не жирный, надо ему всего 8 ударов нанести, но это надо пиздануться. Ну, там повозиться придется. Там очень все изобретательно. А куда ты прыгать-то, мать твою? Чувак заморочился, 100% собрал. Ну, выдрачивать надо долго. Да блин. Одна монетка улетела и пиздос. Начинай за. Нахуй, никуда не пойду. Блин, подожди секунду, мне звонят опять. Алло. Я нормально, слушай, я играю. Нет, еще потом. Я пока кликер на фоне. Сейчас Гровер скажет, он кликер запустил на фоне, я все вижу. Чего? А ты в фуллскрине играешь, да? Ну да, я ж на мониторе играю. В другом. А ну тогда ничего. О, вот это жопная тема. Блять, надо еб... Сука, блять. Короче, там ебический подъем надо сделать. Нет, я долго, блять. Вчера прыгнул, сука. Вот тут надо бы с запасом немножко. Там надо с запасом.
Да, блять, вы затрахали тут все. Миллионы тоже троллят. Ну я когда ты читал 99 метров набрать. Я ж на боссе было, по-моему, пиздец. Может девятка с ноликом что-то. Электрический меч. Да блять! Идите нахуй все. Говорит, котов не любит. Котов любят все. Так ты не любишь котов. Да почему? Не знаю, тебя надо спросить. Нормально к котам отношусь. Ну хуёво ты относишься к котам. Пушистые пидорасы. Вот он, зато и надо. Не, ну они прикольные, они лузовые. У меня у подруги вообще бешеный кот, там вообще псих, просто адский псих. Че б не пакостили, вообще были б золотые животные. А, сапог намочил. Да не говори-ка, я сам в ахуе. Черпаешь воду. Сука, сдохни. Да, блядь. Да, сука. Твой кот ловит? А мой? Я говорю, ловит. Ну, нихуя ничего не делает. У меня его не просто все ловят. Нет. Некоторые такие лентяи. Будет непросто. Нет! Дурак, мудак, идиот, блядь, идиот, охуя! Не сидел с попой. Где этот подлец? Хуже, ёб твою мать. Так чё, уже 4 жизки? И меня не догнать. Так говорил Лесь по-древянски. Сказки про репку. Ну, заебись тут вообще просто подъебалово. Мышей не ловит. Кажешь, что с мышами треба поводить пусть так, как хочешь. Охуеть! Себе с тобою. Три жизни. Да увидим ли мы сегодня фон? Вообще... Наверное, нет. А? У меня что-то чешется. Не надо дотянуться. Тупик! Капитан Пуник? Огненный меч! Капитан Пуник? Иди нахуй, сука, сука. Да блять. Да пизда, блять. Короче, я начинаю перегружаться. Две жизни? Просто нет смысла. Ну это сейв был, да? Да, я сейчас сейв начну. Потому что уже дохуя я наплевал, просто пиздец. Считай это фон. Где этот подлец? Ну хотя бы хоть с тремя попытаюсь протащить. Или надо это... Ну я, скорее всего, сделал по-другому. Не могу дотянуться на себе. Огненный меч! Я
Кот Наполеон. А пиздить надо лому. Как-то там посадить в мешок, повесить на крючка и пиздить лому. Да, Гринпис смотрит. Хамелеона взрывать динамитом. Я приближаюсь к выходу. Опа. Знаю, честно. Всех взрывать динамитом. Ну точно водопад из короля льва. Да блять, сука, ну миллиметра же не хватило, мудила. Да блять. Опа. И босс. Я чую тебя. Я чувствовал, что ты меня. На боссе тоже сейв или нет? Ну да. Нет, сейва нету, но ты начнешь с него. Это тоже легкий. Ты больше не да, он тарсы не сложный. Ветер какой. Да, он типа там магией ползает своей. Летите сюда. Ого. Летите сюда. Что-то не очень мне. Летите сюда! Ты, сука, сапогом поебал, блин. Забрала столько же, сколько и меча. Ты достойный соперник. Ну вот, типа, я сейчас... О, 2К. Хуй там, блядь. Ну, в общем, ты понял. Там есть секретка, я просто не смог ее сделать. А, ну даже я его уже типа убил. Mm-hmm. Давай, короче, я просто попробую на секретке и все. То есть я что-то не помню просто, как ее делать. Блять, не знаю. Ну, в общем, все понятно, нахуй. В общем, чё, я сделаю проще. То есть я выйду, видос сейчас покажу отдельно. И включу тот сейлку с уровнем, там мне 5 жизней, типа, оттуда начну. Ну, немножко нечестно будет с 5 жизнями. Ну, значит, давай я начну заново уровень. Тебя это больше устроит? На берегу Тигриного острова, а ты... Я просто угроху тоже самое. Подожди, дай ролик. Где два последних камня, Алый Хвост? Камни тебе не помогут, Клык, ты слишком слаб. Чтоб победить. Этот трофей создан для такого, как я. Воина, предводителя, провидца. А ты всего лишь переодетый воришка. Спрашиваю в последний раз. Где камни? Ну что ж, они лежат здесь. Похоже, у меня нет выбора. Ни за что! Я буду ждать тебя, Клык! Осталось найти амулет.
А, бля, еще и амулет же надо найти. Еще камень и амулет. Так только что ж два вроде бы он тебе отдал, а еще нет? Посередине камень. Угу. Давай тогда, если хочешь, я сейчас перебуду проходить уровень. Тебе оно надо? Так что там за секретка, я таки не понял, было? А там просто идешь дальше туда, там еще череп с жидкой. Там дальше. Я так и не понял, как его делать, я просто сразу его не делал, я просто решил попробовать. И... А ты видео посмотрел? Да. Может, там что-то для этого надо еще сначала... Да хуй его знает. Короче, я начинаю последний уровень своей сейлки и все. Осталось найти всего один камень. Короче, тут хватает херни, честно. Там вроде еще два ролика оставалось. Один. Там и все ролики сразу. А? Сейчас не время обедать. Где этот подлец? Да, будет непросто. Прикольно, из лавы рука какая. Угу. Тут, честно, наркоты тоже хватает. Этот уровень мне нравится, как нарисован. Тут пизда просто. Пещера жертвоприношений какой-то. Почти стать негде, где шипучий? Да, это такая жестокая тема. Сейчас не время обед. Хуже, чем Боузера в замке. Это точно. Сейчас не время. Так ты чё? Сейчас не время обед. Ох, ну шлюха. Ну вот тоже не собака. И... леопарды. Ну, я имею в виду тигры. Ну, я имею в виду стримоходящие. Тигры, ну, острые-то. Сейчас не время обедать. Огненный меч. Огненный меч. А просто нельзя было спрыгнуть? Ой, ебать. Я имею в виду, что малолетний. Ну или как просто слепенький пацан. Чувак, тут, блядь, все равняется смерти. Не, там просто ровно под лестницей платформа. Ну, блин, возьмешь, умрешь, все равно не потеряешь. Я не хочу дохнуть. Сейчас не время. Если какой-то игры бюджет был. Окупился точно. Аниматоров нанять. Сейчас не время обед. Раз судя по всему не то, что было супер популярно. Ай! А, электрический меч. Что этот восклицательный знак означает? Что ты что новое подобрал? Или что секрет рядом? Да, блядь. Ну что, враги рядом? Заебись. Джок не работает. У меня джойстик протупился. Блядь, чё делать? Кончить жизнь.
Как это звучит? Закончить жизнь. Блять, хорошо, хоть так-то работает. Помнишь, как у меня было, играл в этот Броуфорс? Но... У меня этот не стрелял. Но... Терминатор. Но... Стало турбо. Это... Ёб твою мать! Пиздец! Вот мудак-то, а. Ты мне так и не ответил, что восклицательный знак означает. Восклицательный знак, когда он что-то говорит. Те времена не у каждого звуковуха была. Я понял. Ну, я про меня ж просто без звука, поэтому я не понял, что это значит. Придется пробиваться с боем! Я должен защищать амулет. Сейчас не время, сейчас не время, сейчас не время. Помню, помню. Да, блядь. Брофорсом. Ты чё, охерели что ли тут все? Тут как-то так вот-то, блядь. Тут уже, разумеется, хуй. Тут секретка достаточно добрая. Ну, почти добрая. То есть, можно две жизни взять сразу. Ну, так конец игры уже. Ладно, чё. Ты видал, его даже динамит не берет, это ублюдка. Пожуй. Как босс прям. Ну, магия берет. Блять, сука, эти хамелеоны ебаные. Чё тут за дрянь? Нахуй, я никуда не полезу. Тут я знаю, что тут есть секретка, но я не полезу. А в этой игре есть возможность субтитры включить? Вот. Не знаю, не помню. Так, тут надо все аккуратно. Еще одна чертная наркота. Да сдохни. Да блять. Карусель, карусель. Это радость, блять, сука, ёбаная радость. Чтоб ты сралась, сука. Так, жизни как было так. Ничего не потерял, да? Да, тут, то есть тут карусель только, а теперь тут ограниченная карусель. Усложняем. Ну, блядь, ты смотри, что сделал. Запрыгнул. Чёрт. Сейчас еще веселее, короче. Нету платформы нормальной, понизу. Сейчас не время. Да, тут, конечно, прыжков по платформам просто пиздец. Я тебе говорю, тут пизда просто, тут уже палец болит. Я, наверное, столько платформ, ну и на прыжков по платформам ни в одной игре не видел. Ну вот по таким, по всяким ездящим, исчезающим, проваливающимся. Никто реально, наверное, нигде столько. Таких количеств не было. Ну это прям. Ебать, наркота просто пизда. О, сразу две жизни, заебись, гуляем. Я не понял, и череп жизнь дает, и голова кота жизнь. Нет, дает? Мне просто по очкам дали жизнь. Череп дорогой просто. Череп дорогой. Самая дорогая. Идите оба нахуй. Главное выбрать нужный момент. Ты каждый раз спрыгиваешь там или заходишь в какой-то новый. Там, да блядь, ну да, да что такое-то сегодня, сука, что-то получается, блядь, ебаная хуйня. Че ты говоришь? Главное. Говорю, мне, ты чуть-чуть продвигаешься момент. И каждый раз я думаю, ну вот, все, сейчас будет конец, сейчас будет конец. Да когда да, ты мне хуй. Сказал, что
в этих следующих уровнях боссы, я подумал, что там только боссы и больше ничего. Да хуй да. Ты видишь, какая тут наркота. Тут пиздец называется. Не, ну так-то мне вообще прикалывает, конечно, весь платформы. Ну, конечно, не знаю, уже... за один раз я бы... Сука, его уже просто столько дохуя. Он уже просто заебывает, вот честно. Ну да, я же говорю, за один раз... Не мало. Кто дизайнер этой пещеры? Ну, блядь, троллька, вот ты подпрыгаешь, а там огонь. Нет, там видно, что будет огонь. Ну, видно, ну, блин, у тебя там нет времени о! Пережидать. Короче, это одна из самых ебанутых дел. Вообще... Бля, вот дёрганно так двигаются. Да не говори. Ну, лучше б туда-сюда ездили. Ах, сорвался, сука. Че, подпрыгивать надо постоянно? Ну, я не успеваю там, я видал, ну, что я чувак... понял. Четко делал, что? Я не успеваю. Тут в натуре платформе. Тут, кстати, типа это. Тоже типа секретка есть. Как-то только я не понял. Тоже как-то он делал тут ее. Вот тут типа где-то платформа встаешь на нее. Типа невидимая. Да. О, блядь, о! Короче. Что-то с глазами. Охуеть. Этой тропинки. Как до этого допереть? На сейчас не время обедать. Ууу, аж сразу три жизни. Чувак, гуляем. Ну конечно, такой секрет. Я нереально найти, по-моему, почти практически. Только чудом таким. Вот, короче, вот он босс. У него две формы. Это финальный? Да. И, кстати, наебали с надписью. Ну да, там что-то выехало, только одна полосочка. И как его зовут? Амар. А я. Ледяной меч. Чуть до босса дойти надо, да? А, его только лед берет. Не только. Это типа надо постоянно бегать сюда. Да? Не только сюда. Да, блядь. Попади, блин. Ну еще и попади. Замечательный босс. По-моему, тут тоже даже не 8, по-моему, тут тоже раз 5. Может 6, ладно. Теперь он типа ледяным сейчас будет. Угу. Во-первых, я тебе сказал две формы, их надо в общем я имел в виду. А? Да, блядь. Да, ты чё? Да что? Заебись, я так и не попал. Я аж чихнул, так переживал. Ты аж охуел, да? Да блин, там такое окно херовое, говна. Вот, блин, там... Это все... Да блять, сука, начинается вот это говно. Злава эти какашки. Да тут все как кругом одни какашки. Босс на самом деле не очень интересный. Ну, по крайней мере, первая форма. Да и вторая-то тупая. И просто... То, что вот такая вот эта хуета... Тупорылая... Ну... Я, короче, вот играл на днях-то... Да, блядь. Да, блядь. Пиздец там окно. Да, да.
А там как повезет, я уж высчитываю, все равно хуйня, я все. Все на не попадаю. Мешать надо. Огненный меч. Я вообще даже не знаю. Кажется, мы попали в ад. Надо будет фанатам написать, чтобы хардкор патч сделали. Да, а еще в этой игре, блядь, есть это, ну, всякие фановые уровни. С интернета можно было? Ну, они до сих пор даже вроде их делают. Тут, у меня тут даже вот при стоке уже целая пачка есть. Ну и чё, есть какие-то годные экземпляры? Там пизда, там разные. Ну такие, чтоб прям вообще жопа горела у нас. Ладно. Или красивые, наоборот, такие. Они основаны на этих же уровнях. То есть декорации те же самые. То есть только построение уровней другие. То есть за основу берется какой-то один из уровней. Ну я понял, новые поменили все. Да блять, я ж попал к тебе. Было похоже, что попал. Да ж ты чё? Заебись. Три. Да хуй там, ёпты. Ебаш снова! Давай по новой, Миша, всё. Да не давай-ка. Огненный меч! Огненный меч! Писька загорись-ка. Блять, у меня 20 такой же всего. Ну я хочу, хоть вторую форму поступить. Да блять. Потому что она не такая уёблая. Да сука, а! Да пиздец, ну ты видал, это же просто издевательство. Нахуй, я сдохну, убей меня. Там есть хпшки наверху, но просто они второй раз не появятся. Так что их лучше брать только тогда, когда хотя бы первую форму пройдет. Угу. Так там получится, только возьмешь, когда первую форму пройдет. Да, блять. Получи пизды. Да, эта хуйня, конечно, уёбывает мозги. Просто пиздец как. Огненный меч. Огненный меч. Меч пламеняющий сзади. Да что? На, блядь. Там еще бывает такой момент у меня возникал. В этот раз, конечно, я не получил с такого, когда я играл, но было, что просто не перепрыгивал платформу. И падал в пропасть, и считай, все пизда. А там еще две пропасти. Там пиздец тоже. Вроде бы ничего сложного, но. Меч из сердца твоей души. Да блять. Противопорт. А!
все пиздец. Еще раз пиздец. Ну это вообще, вот эта хуйня, она сбивает весь тайминг внизу. Вот тот, который выкидывает, эта рука ебаная. Да очень маленькое окно, еще ну, минус один шарик он. Было бы нормально. Ну прям реально надо так четко попасть. Да, я тебе говорю, это пиздец заебывает, блядь. Я, конечно, ожидал хуёвого босса. Вот как-то, как-то не такого. Да, ёб твою мать. В этот раз я должен увидеть вторую форму. Надейся. И жди. Огненный меч. Хватит. А потом ты говорил, что-то у тебя дохуя хп. Лайфбар типа ебический. Это мне, знаешь, напоминает Knights of the Temple игру. Я когда-то играл, я помню, я начал там на каком-то нормале. Да ладно! И она мне показалась какой-то, ну, совсем уж легкой. Я переключил на хард. А на харде просто сейвом нет, поэтому я не играл. Нет, форма какая-то более, по-моему, адекватная. Нет. Да, блядь. Ну так вот. Сука. Дошел я до босса. Понял, блин, что такое хард. Да, я прошел. Да ты пиздец! Ты видал? Мне оставалось ему один удар сделать, и каким-то макаром я сдох. Пиздец. Да не говори-ка. А потом, когда до последнего босса дошел, еще хуже у меня сгорела жопа. Хотя боевка по уровню вроде бы была не такая уж, сказал поначалу. Да блять. Причем последний босс в этом рыцаре, он сложный даже на самый минимал. Последний босс совсем такой суровый. Огненный меч! Контакт затрахал меня уже. Да, чё мне не приходит СМС? Раньше приходили, блядь. Марс спрашивает, что ты жизнь там не брал. А, хпшки-то? Ну, наверное. Ну да, там была еще одна баночка. Я вроде взял. Думаю, мне еще хватит пока. У меня вроде было что-то. Тебя как-то так убило, непонятно. Да, да, я что-то так и не понял, сколько у меня и было-то в тот момент, когда меня убило. Такое ощущение, что там мне полтинник разом снесли. Надо на Twitch переходить. И клипы резать. Короче, тут, если попадаешь по нему с первого раза, ну вот только сразу прыгнул и попал, да, проблем нет. Огненный меч. Ну, блядь, он попади. Не, я имею в виду, ты же на кибере сейчас не можешь типа клип сделать момента стрима, который сейчас идет. Джек у Гровера такой фейтфул, что он попал так быстро. Ну вот, видишь, еще одна хп-шка есть. Ну все, это твой последний шанс. Звезда. Ну ладно, что последний. Не свежий. Не, ну больше аптечек не будет. Да и хуй с аптечками-то.
Нихуя, они отнимают, заебись. Они, походу, отнимают по 25. Наш вроде. Я что-то не понял, что дает то, что ты в него пистолетом попадаешь? Я не даю ему стрелять этой хуйней. Ура! ГГ! Да за, ёпта, блядь! Пиздец! Ай, это пизда, блядь, у меня уже была такая... Случай такой один был. Хуй, да, вы еще увидите консолочку, блядь. Бывает, почему-то вот он как-то прыгает по-мудацки, непонятно почему. Да блядь! Да пизда! Не душите! Да уже тебе хуёво с этой попытки будет точно. Расслабился я. Ну, блядь, я уже забежал, думаю, сейчас в чате ГГ напишу. Хуй, да, я... Пылающее. Да что, блядь? Да ты видал, а? Я вечен, как ваш... Глюки? Я вечен, как ваш... Да это пиздец! Да нахуй, убейте меня, нахуй. Я ебал, блядь, я просто снаряд помимо его пролетел. Есть смазы с котом. Блядь, даже Пукин есть среди смазы, вот это они не... Есть только Альф, который И не говори. Что благородно? Да вообще последний босс старый. Да блять, да что ты, сука, а? Ну вообще никак не попадает, блять. Пиздец, блять. Уж не знаешь, как и высчитать-то, блядь, какой писель там надо высчитывать. Короче, тут только сейчас битва, как-то битва терпения, что ли, типа такого. Надо просто перетерпеть, сжать зубы. Да пиздец ты видал! А блядь, этот босс читер. И ты видал! Хуя, это просто пиздец! Я не знаю, это какой-то глюк какой-то произошел. Так мне кажется, это из-за того, что ты его убил. Ну да, наверное. А, стоп, слушай. А, есть только блять. Не, ну Тома я видел, но я взял, заебись. Ты заебал! Хуй бы догадался бы. Уволен.
Вот такой у меня ебаль был, когда ты... Приветствую тебя, Натаниэль Джозеф Клык. Я принцесса Эдора. Поздравляю, ты нашел 8 камней амулета, а эта задача не из легких. Чтобы попасть на Тигриный остров, тебе пришлось преодолеть 9. Много опасностей и испытаний. Не менее сложная задача. Ты победил лорда Амара, капитана моей королевской Тигриной стражи, и получил последний камень. Ты доказал, что действительно достоин звания лучшего капитана Звериного царства. С гордостью носи этот титул и амулет 9 жизней. Обладатель амулета владеет огромной волшебной силой и наделен 9 жизнями, самым близким аналогом бессмертия, доступным земному существу. Ступай, Натаниэль. Амар будет сопровождать тебя, охраняя амулет и твою жизнь. В амулете сокрыта великая магия, поэтому он не должен попасть в руки алчных или подлых людей. Береги его, как зеницу ока, и он будет служить тебе вечно. Короче, эпическая концовка была, блядь. Вот хуй бы догадался бы, блядь. Ну, пока ну, ты да. не сказал то, что я, типа, его убил, думаю, блядь, надо проверить, видишь, не зря. Я думал, эта платформа наверх не едет, пока ты первую форму не получаешь. Нет, она и так вся катается. Ну, в общем, типа, все. Это здесь еще в этом... А, это вместе с последним уровнем. Я думал, на после столько говна. Ну, короче, концовка, честно говоря, так себе. Да у тебя всегда так себе. Вот, а что ты хотел увидеть там? Ну не знаю, как он стал, взял этот амулет и начал полный пиздец творить во всем свете, все там. Блять, это уже, как говорится, совершенно другая история, если чё. Вот ты всегда вот это путаешь, и рассказ-то не об этом же, ёб ты мать. У тебя каждый раз вот ты, вот у тебя, значит, концовка должна все разъебашиться, но это уже совершенно другая тема. Ну или не, ну хорошо, рулить начал там всем построил. Он начал рулить, он стал, блядь, бессмертным чуваком. При том, что к ним еще этот хуй плет-то там тигриный этот. С ним же пошел охранять и его, и амулеты, типа. Ну вот тот чувак же, тот же пес, который был предпоследним боссом, съебался. Поэтому надо было показать, как он приходит к нему на колени, сука. Да. Засай. Хуй я дурак, блядь. Другого слова просто нету. Ой, блядь. Будешь еще что-то играть? Не, нахуй. Ты будешь играть? Ну, блин, ну если надо, поиграю. Ну так ты будешь или поиграю? Да запросто. Вопрос, чё ты тогда будешь играть? Ой, подожди. Мне столько игр, что я, пожалуй, найду во что поиграть. Я уже просто... У меня уже этот рейдж такой, что я уже ничего не хочу играть. Блин, что играть, не знаю. Можно... Русалочку. Русалочку. Я не могу у тебя хлеб отбирать. Да как? Вот ты, вот сегодня же с тобой разговаривали, типа, вот народ уходит, нет русалочки. Так это тогда... надо, чтоб ты русалочку прошел. Если я русалочку пройду, не значит, что я это... Блять, что народ вернется или появится. А вот ты со своим высококвалифицированным скиллом сейчас там все покажешь как надо. У меня просто... Я не могу играть в русалочку, потому что у меня нет сейчас ни эмулятора, ни SNES, ни Sega. А, не, мы нахер. Вот, так что все.
Я требую салочку. Это слишком сложно для меня. Такие игры не играю. Пончики! Пончики! В титрах пончики. Блять, вот ту стесовскую игру, которую когда-то Жар играл, там, короче, ну... Типа наподобие... Ну, короче, только одна хпшка, дохнешь от всего. Там жесткая такая игруха и длиннючая, блядь, пиздец. Когда он ее проходил, что-то аж стримов 5, что ли, блядь. Фантом 2040, что ли? Не, там каким-то чуваком... Это японская, чисто японская игруха. Я не знаю, что это... Найди, что за игра, я посмотрю. Блядь, ты думаешь, я тебя сейчас вот так там... Ну, тогда жди. Не, ну сейчас, ну поищешь, я пока... Ты же знаешь, я могу играть долго. Ну тогда, короче, я отключаюсь. Хотя не, мне на работу. Не, ты не отключайся, отключи запись пока, подожди. Я все равно еще не настроил.